17 марта свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства. Многие из них трудятся над тем, чтобы наш город был удобным и комфортным для жизни. Они убирают дворы, подъезды, чинят трубы, и немногие знают, что экологическая ситуация в городе тоже в том числе под контролем коммунальщиков. На очистных сооружениях тщательно следят за тем, чтобы стоки со всего города не попадали в окружающую среду. Гамир Галимов работает на очистных с тех пор, когда станция только начала строиться. И с первого дня образования общества «Энергогаз Ноябрьск». В коммуналку, говорит, он попал случайно. 28 лет назад друг пригласил его на работу в новую организацию. А сегодня Гамира Гусмановича коллеги называют главным на очистных. Он знает здесь все. Если Галимов берется за дело, все будет выполнено на отлично. И при этом он остается очень скромным человеком. Еще он строил здесь, я уже работал. Я со строителем вместе начал работать. Еще не было ничего, я работал. Это же здание построили намного позже, вот эти вот все. Я, короче, строители строили, я уже ревизировал. И каждый труму все знает.